Вот. Ну вот, сегодня предполагается такой последний подробный разбор задач по комбинаторике. Может быть, еще будет отдельный рассказ про что-нибудь, а именно про, скорее всего, пентагональную теорему Эйлера. Вот. Но можно сейчас немножко вспомнить, что вообще уже у нас было. То есть как вообще, вот, что мы изучали. Значит, во-первых, ну, мы изучали разные такие стандартные формулы. Сколько у нас имеется чего, что сколько там можно составить последовательности там, из длины n, из k-букв. Там. Вот это то, что когда-то называлось школьной комбинаторикой, и когда-то даже входило в обязательную программу школы. Там сочетание, там, размещение, вот все вот эти вот слова. Вот. И, видимо, именно это должен был изучать Лев Толстой в гимназии. Я не думаю, что он изучал что-то кроме этого. Ну, нет, еще, вернее, не совсем. И как бы есть еще бином Ньютона, который отчасти относится к формулам, потому что там есть эти самые сочетания. А с другой стороны, это такой простейший пример того, что называется производящие функции, вот что, про что мы сегодня еще поговорим. Кроме того, того, что менее традиционно, было вот, ну, как есть, совсем не всегда есть какая-то готовая формула, но иногда можно вычислить быстро с помощью того, что называется рекуррентные формулы, то есть вычислить наши, ну, а в программировании это называют динамическое программирование иногда, когда можно просто вот вычислить значение за какое-то разумное время, но не по готовой формуле, ну, не по формуле там с факториалом или чем-то еще, а просто по какой-то конкретной специальной формуле для этого случая. Вот. Но все это начиналось с такого простого принципа, про биекции, который означал, что если у нас имеется два каких-то множества, и мы построили взаимно однозначное соответствие, то есть спарили элементы первого множества с элементами второго множества, то это всегда одинаковое количество. Но вот у нас было, мы уже много раз этот принцип применяли, например, там слова там допустим, с K-нулями и там L-единицами мы строили соответствие с путями там в прямоугольнике K на L, а также с подмножествами из K-элементов там, в K плюс L-элементах. То есть и это было все одно и то же, и вот мы это замечали. Или, скажем, самое простое такое соответствие, с которого все может начинаться, что если мы рассматриваем последовательности из нулей и единиц, то двоичная система устанавливает как раз взаимно однозначное соответствие между этими последовательностями и значит, числами. Только не так, конечно. Вот. И вот, значит, сегодня мы немножко еще про разные такие вещи поговорим. И в частности начнем с некоторых задач, где именно вот это самое двоичное, взаимно однозначное соответствие между разными множествами играет важную и полезную роль. И первая группа задач связана с такими, то, что называется, диаграммами Юнга. Ну вот сейчас будет видно. Значит, вот наша первая задача. Значит, у нас мы уже как-то говорили про это. Разбиение числа на слагаемые. То есть, ну, например, если у нас есть там, число 4, то у нас имеется разбиение. Это может быть просто 4. Или это может быть 3 плюс 1. Или это может быть 2 плюс 2. Или это может быть 2 плюс 1 плюс 1. Или это может быть 1 плюс 1 плюс 1. Вот. Сейчас вроде все, да? Значит, еще одну единичку напишем. Да. Если первые 4, то больше ничего не остается. Если первые 3, то остается только еще единица. Если 2, то остается 2, которые можно вложить как 2 и как 1 плюс 1. А если самое большое 1, то значит все... Да, если, значит, мы не учитываем порядок, поэтому, значит, вот это у нас все. Имеется, значит, 5 разбиений числа 4. Вот. И дальше, значит, такая странная задача на первый взгляд, что если мы из всех... Вот есть все разбиения числа n, и у нас есть разбиение на не более чем k слагаемых. И, с другой стороны, есть разбиение на слагаемые, которые не больше k. И вот, значит, задача требует доказать, что их одинаковое количество.
Ну, как, значит, после всего этого конферанса довольно ясно, что надо построить взаимное однозначное соответствие между теми и другими. Но вот как это сделать? Ну, я предложил бы, вот у нас есть вариант с n равно 4, вот, Да, написанный на я доске. правда загадил тут вот это. Ладно. Сейчас я Я потерял страничку. сотру. А зачем сейчас все? Ну, потому что оно, чтобы писать дальше, можно было нарисовать. Нет, я даже на самом деле оставил специально место под каждым разложением, чтобы можно было нарисовать картиночку, а потом это место занял. Я чуть-чуть, я просто вообще писать ничего не буду. Напишу, что здесь n равно 4. А в Да. условии задачи еще есть буква К. И вот ее пока нет. Вот в этом примере. N есть, а К нет. Ну, И чтобы был k равно пример, надо двум, выбрать. допустим. Да, К равно 2. Тогда у нас есть, я не знаю, может мне ниже написать или Ну подчеркнуть. ладно, да. Значит, тогда 4 подходит. Это мы считаем, которых не больше k. Сейчас, Мы я считаем слово... те слагаемые, разбиения, в которых не больше двух слагаемых. в которых не больше двух Но слагаемых. тогда подходит 4, 3 плюс 1 и 2 плюс 2. Вот я могу их обвести. Но обведи. Если 4. это тебе удастся. Что-то пока ничего не. А, вот есть даже, Почему да. же, почему же? 3 плюс Плюс 1 1. и 2 плюс 2. И это, вот я что обвел, как надо написать? Ну, подчеркни А. синим, что это не более чем k целых положительных слагаемых тоже. Давай. А теперь я должен взять какой-то другой цвет, видимо. Ну, это было бы применением современных технических средств. И теперь я разбираю первую часть. Не превосходящие, значит, числа n на целые положительные слагаемые, не превосходящие k. Я должен что-то другое подчеркивать. А То есть что? 3 и 4 теперь нельзя. Нельзя. А вот 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1 можно. Два, вот это можно, и вот это можно. Да, и мы с торжеством замечаем, что этих три и тех три, их одинаковое количество. Ну все, переходим к следующей задаче. Нет, Шутка. нет, нет, надо как-то объяснить народу более научно, почему это всегда так будет. А Вот вот ты кого? обещал нарисовать чего-то. Ну, пусть уж кто-нибудь объяснит сначала до конца, а то я нарисую что-нибудь, а потом выяснишь, что это не то надо было рисовать. Да, давайте не я. Я не берусь, Да. хотя там, где число больше, чем 4, мне уже Да. сложно. Ну, давайте нарисуем пока для четырех. А ты можешь нарисовать что-то, или у тебя плохо с Да вроде планшетом? нормально, я Ну, вот рисуй сам. тогда. Значит, я нарисую, А ты не можешь рисовать прямо под этими картиночку, прямо под Под картиночками. разложениями. Значит, Да, я да, вот да. вместо четырех я нарисую такую вот картинку. Я нарисую четыре квадратика друг под другом. Воспользуюсь тем, что это бумажка в клеточку. Да. Ну, да, 4 квадратика. Да. Извините, я все-таки лучше нарисую, мне как-то привычнее нарисовать, я это по-другому нарисую. Я нарисую квадратики, 4 квадратика по горизонтали. Ну, пожалуйста, имеешь право. Имею право, да. Да. Вот у нас 4 квадратика. А здесь я нарисую 3 квадратика и 1 квадратик. Причем так, чтобы они все упирались в левую стенку и в потолок. Нет, То нет, есть ты вот вот сейчас так рисуешь 4 нарисуешь квадратика, а 4 не 3. квадратика. Нет, так не Правильно? пойдет. Правильно, я не. Да. Значит, 3 квадратика. Теперь есть такая задача продолжить последовательность. Вот для двух. Ну, сейчас нарисую еще это. Значит, для двух уже нарисовано. Надо догадаться, что будет дальше. Значит, это такое, как теперь чат GPT так очень. Да. То самое, на таком принципе основан. Ну, более понятно, что будет. 2 плюс 2. Да, дальше два и три раза по одному. И, наконец, столбик, то, Да, что я можно пытался даже вначале нарисовать. для красоты нарисовать такие тут еще стенки. Что вот они, квадратики устанавливаются в такой угол. Но можно было и не рисовать. Да, нет, это очень хорошо как раз рисовать, потому что. Такой красивый, не салатовый, а какой-то оливковый цвет. Да. Хорошо. Значит, вот что можно, ну как-то словами сказать, что мы, во-первых, мы числа пишем в порядке убывания, ну как мы, просто чтобы
порядок не учитывается, поэтому лучше фиксировать, как мы его записываем. А затем, значит, каждое слагаемое изображается горизонтальной полосочкой. Да, длиной равно этому числу, и они все пишутся так, чтобы упираться в левую стенку, то есть первая строчка начинается слева, вторая тоже слева и так далее. Да. Получаются такие вот, получается набор из четырех, из пяти картинок. Ну, теперь, значит, заметим следующее обстоятельство, что на этом множестве картинок мы можем, есть такая естественная инволюция, то есть мы можем взять каждую картинку и повернуть, отразить ее относительно вот главной диагонали. И вот из первой получается четвертая, из второй получается третья, а третья картинка остается на месте. То есть у нас, значит, есть такое соответствие между картинками. Ну да, мы рисовали их по горизонтали, но горизонтали и вертикали, собственно, ничем не отличаются. Если бы мы их начинали рисовать по вертикали, то вот вместо такого получилось бы такое, там вместо такого получилось бы такое. То есть там имеется некоторое взаимно однозначное соответствие. Но вот есть картинка, которая соответствует сама себе. То есть вот у нас есть пять картинок. Ну, сейчас можно нарисовать это как-то так, что вот у нас есть пять картинок, и есть соответствие, которое, значит, ну, в данном случае вообще все очень просто. Вот это соответствует этому, там это соответствует этому, это соответствует сама себе, и это там этому, и это, и это. Теперь, значит, нужно выбрать только правильный цвет. Я не совсем понимаю, как тут цвет выбирают. Да, но можно как-то объяснить вообще, значит, вот у нас... В левом верхнем углу, где ручка нарисована. Да, там можно... Да, нашел, но, да. Значит, может быть, можно как-то объяснить, в принципе, вот, ну, какие получаются картинки из квадратиков. То есть, ну, мы как бы их представляем как слагаемые, но... Чтобы понятно было, что одни и те же картинки будут. Не получится так, что мы вот отразим что-то, а его не будет среди наших картинок. То есть, ну вообще, вот пусть нарисовано какие-то, пусть нарисована какая-то вот какие-то, значит, какие условия должны быть, чтобы вот мы рисуем что-то из квадратиков тут. Вот, ну, нельзя, например, нарисовать просто вот так вот. Это не будет правильная картинка. Да, ну, так сказать. И вот так тоже нельзя нарисовать. То есть... Да, рассмотрим внешний край, который мы вот идем по этой картинке, мы идем вдоль стенки, потом, значит, здесь лежат кирпичи, поэтому мы не можем пройти, мы поворачиваем направо, потом вверх, потом направо и так далее. Картинка устроена так, что мы идем либо всегда только, край картинки устроен так, что мы идем либо только вверх, либо только направо. Ну, мы... край понятия это экологически сложное. Я бы сказал лучше, что картинка должна быть таким словом, что если у нас есть какая-то клетка нарисована, то должно быть нарисовано все, что сверху и все, что слева. Лево. То есть должна быть такая монотонность. Вот если вот это есть, то и это тоже должна быть. Да. И более или менее очевидно, что как раз это соответствует тому, что в каждом ряду имеется сплошная полосочка, и эта полосочка, чем ниже ряд, тем она кончается раньше. Ну и то же самое, условие само симметрично, поэтому то же самое можно сказать и про вертикальные полосочки. И то есть это как бы вот... То есть тут есть некоторый момент, который мы используем, что когда мы записываем разбиение по горизонтали и по вертикали, получается одно и то же множество картиночек. Ну или что получается множество картиночек, которые замкнуты относительно переворачивания осей. Еще можно сказать, что если эту картиночку так вот перевернуть вот этим углом вниз, вот этим вот главным углом, то есть так, чтобы она торчала вниз, да, то тогда и представить себе, что это кубики у нас, которые могут скользить совершенно свободно, да, то эта картинка должна быть в равновесии. То есть мы не можем соскользнуть. А, вот в смысле, что вот и вот так ее нарисовать? Да. И вот мы можем заполнить вот здесь, можно там заполнить вот здесь, вот здесь. Но, скажем, если мы положим кубик сюда, то он... сдвинется, съедется, и заполнит, да, дырку. Так что, значит, вот это вот надо тогда и этот кубик тоже добавить. Ну, это, собственно, и есть вот это условие монотонности, что если что-то есть, то есть, можно двигаться к стенке, и там тоже будет. Вот. Ну, хорошо, значит, это мы про картинки, я надеюсь, поговорили достаточно долго, чтобы стало понятно, привыкли люди, что вообще вот это за картинки. А теперь все-таки надо вернуться к задаче. Да, теперь, значит, рассмотрим те картинки, которые отвечают условию, что значит, целые положительные слагаемые, все целые положительные слагаемые, не превосходящие k.
Но для этого нужно что сделать? Нужно взять, провести вертикальную прямую на расстоянии 2 от левой стенки. И, значит, вот понятно, что вот эта левая картинка, она, вот эта картинка, она вся между левой стенкой и этой прямой. Это тоже. Это тоже. То есть все слагаемые не превосходят 2. Эти три картинки, они умещаются в эту полосу. А ну, эти а две эти не, две не не умещаются. Да. Эти две не умещаются. Значит, их режет эта полоса, то есть они не годятся. И таким образом вот видно на этой картинке, что ровно, вот эти ровно три картинки условия о том, что, они, что складываемые не превосходят k равное 2. А, одну минутку, я прошу прощения, чтобы, так сказать, вот для меня медленно соображающего. Можно я повторю, правильно ли я понял ключевую фразу? Вот эта вертикальная красная черта, она вот почему. Что по горизонтали отложено вот количество клеточек, это и есть наше слагаемое. Вот здесь в средней картинке две клеточки, это значит, что у нас слагаемое 2. А вот в самой правой картинке есть одна клеточка, и значит, наша слагаемая единичка. Ну вот это вот 3, вот, например, которое здесь. Вот оно вот здесь 3, и оно вылезает за прямую 2, что выражается, выражает геометрически ту простую мысль, что 3 больше 2. Да, спасибо. Да, да. Хорошо, значит, теперь красные нарисовали, теперь надо нарисовать эти, ну, не синие и не цвета морской волны, вот, а какие-то такие грязные. Я могу вот такие. Оранжевым. Да, нет, вот они синенькие здесь, то можно, по-моему, синенькие, вот можно провести. А вот у меня есть синенький цвет. Да, да вот, не... вот я уже, ну, так сказать, я не знаю, можно, да. Да. Вот можно провести такие линии. И понятно, что здесь ровно это обозначает количество слагаемых, потому что, значит, здесь... ну, мы так, так вот, прямо и рисовали. Сначала сверху первое слагаемое, под ним второе там. Да, если значит, больше если она не нельзя, пересекает, значит, нельзя. Да, красную, синяя линия, если она говорит о том, что вот, чтобы не иметь не больше двух слагаемых, нужно, чтобы эта картинка умещалась выше этой самой линии. У нас получается вот эти три картинки выше этой линии, а следующие две нет, они пересекаются в этой линии. Значит, эти... вот, то есть... это, значит, на языке картинок очень легко увидеть критерий того, что, что количество слагаемых не больше чего-то, или наоборот, что слагаемое не больше чего-то. И при повороте красная линия переходит, при, ну, при отражении при отражении относительном вот такой оси, красная линия, естественно, переходит в синюю. Ну, или, или можно сказать так, что вот при нашей этой самой... инволюции, как же называется, когда мы соединяем в пары, как раз вот эти самые, которые соответствуют этому повороту на уровне слага, ну, разложений, у нас разбиение не превосходящее, на числа, не превосходящие k, как раз переходит в разбиение, где не больше, чем k целых положительных слагаемых. Да, вот такая вот, странная вещь. То есть вот удивительное обстоятельство, что на множестве этих самых вот разбиений, которые, в принципе, так сказать, ну, разбиение и разбиение. Есть такая неожиданная, неожиданная вот операция отражения относительно, ну, симметрии относительно диагонали, которая как бы каждое разбиение во что-то другое переводит, и вот так, значит, соответствует геометрически этим картинкам. Сейчас, это называется диаграмма Юнга. Как вообще правильно говорить, диаграмма Юнга или диаграмма Янга? Ну, по-русски диаграмма Юнга, так же, как закон Ньютона, хотя он его зовут а по-английски Ньютон и Янг. Янг диаграмс. Да. Да. А когда вообще он жил, этот Юнг? Или Янг? То есть вообще какого примерно времени? По-моему, это недавно сравнительно. Я не уверен, нужно проверить, но, по-моему, 19 век. Ну, конец 19 века, конец 19 века, или начало 20-го. Да. Он вообще, если я не ошибаюсь, нужно проверить вообще его биографию, но он, у него была еще другая профессия, он был цирковым артистом. Нет, это ты его не путаешь с Перси Дьяконисом, который жонглирует на разных конференциях какими-то предметами, нет? Нет, вроде вот у него, даже более того, основная профессия была цирковой артист, он был эквилибристом, там ходил по канату. Да, А... да, да.
То есть фактически его не волновал индекс цитирования публикации. Да, можно только позавидовать. Хорошо, значит, вот вторая задача тоже. А нет, вторая задача у нас не про диаграммы Юнга, ну там еще немножко будет про них, а про числа Каталана. Значит, вот C4, это надо объяснить, что такое C4, потому что я этого не вырезал. Значит, C4, это у нас имеется 5 букв, и мы их хотим умножать. При этом мы не разрешаем пользоваться, ну, так сказать, переставлять буквы, а должны умножать попар и не разрешаем умножать сразу 3. А должны как-то записать, в каком порядке, например. Можно сначала умножить А на Б, потом можно умножить на С, потом умножить на D, потом умножить на Е. Ну, можно то же самое делать справа начинать. Мы сначала D умножим на Е, потом С умножим на Е, потом Б умножим на, ну, не на Е, а на ДЕ, потом Б и так далее. Ну, а можно делать что-нибудь еще. Вот там А, Б, С, Д, Е. Собственно, буквы нам даже не так важны. Просто можно считать, что какие-то точки тут у нас есть вместо них. Можно вот так, например, сначала умножить. Ну, и здесь надо уже решить. Ну, можно вот, например, сначала так умножить, а сначала так умножить. Сейчас, но при этом, если у нас, скажем, будет бы 4 буквы, то умножить сначала АБ, потом С на Д, это то же самое, что сначала умножить С на Д, а потом А на Б. То есть мы как Да, бы, это нас не очень важно. То есть волнует. вообще, если мы выполняем последовательность операций, то, конечно, это не одно и то же. Но нас интересует именно, так сказать, расстановка скобок. Ну, можно это еще изображать так наглядно, что вот у нас имеется, если умножение изображать как там дерево разбора арифметического выражения, то, что называется, то что у нас происходит? Вот у нас есть, здесь мы умножаем D и E, получается, ну, только D E здесь. Здесь умножаем, получаем C, D, E и так далее. То есть вот здесь соответствует такой картинке. Но здесь будет симметричная картинка, когда все, например, идет налево так. А здесь будет что? Значит, А умножается на B, а C пока ни на что не умножается, D умножается на E. Ну, сейчас лучше, чтобы они были на правильном уровне, рисовать с другой стороны. Значит, вот у нас есть все произведение. Оно получается из произведения вот этого и вот этого. Значит, вот это у нас есть просто d умножить на e, а это у нас c умножить на то, что получится, если мы умножим a на b. То есть, вот, ну, можно сказать, что у нас есть такие деревья, показывающие порядок. Ну и здесь как раз, ну, так, ничего не утверждает, как бы нет взаимного. Последовательность операции, сначала ли мы умножаем D на E или A на B или наоборот, это тут не отмечено. То есть вот такие схемы или расстановки скобок мы рассматриваем. И по историческим причинам это называется не C5, а C4. Это четвертое число Каталана. А дальше отдельно мы рассматриваем шестиугольник, который надо разрезать на треугольники диагоналями. Ну вот как-то его можно вот так разрезать. Вот так можно разрезать или там. Сейчас. Я уж нарисую там еще как-нибудь. Еще как-нибудь. Так можно там, я не знаю, чтобы не все. Ну, кстати, можно заметить, что каждый раз мы проводим ровно 3 диагонали. И это следует из того, что сумма углов всех этих в каждом треугольнике 180, поэтому в сумме должна получиться, поскольку все эти углы вместе складываются, эти углы шестиугольника, то всегда одинаковое количество будет 4 треугольника, и каждый новый разрез увеличивает число частей на одну, значит, если мы должно быть 4 треугольника и, соответственно, 3 диагонали. То есть, разве вот этого недостаточно, вот того, что сказал в конце, что каждый разрез увеличивает количество треугольников на один? Нет, а Ну, как и мы значит. докажем, что количество треугольников должно быть всегда 4? Ага. Нет, ну Мне так кажется, можно аргумент с просто. углами неправильный, потому что обычно так доказывается формула для суммы углов. Нет, аргумент с углами, нет, сейчас, аргумент с углами показывает, что количество треугольников в любых двух разрядах одинаковое.
Потому что в каждом треугольнике сумма 180, и должна получиться сумма углов всего многоугольника. Мы не знаем, чему она равна, эта сумма углов, но она какая-то. Поэтому количество треугольников не зависит от разрезания. А потом... Ну, давайте вынесем это за скобки. Потом, если мы хотим... Нет, сейчас, все-таки уж если мы начали, а потом, если мы, если, это самое, уж я, если я что решил, то выпью обязательно, значит, нет, ну, нельзя. Если мы потом, для вычисления этой суммы, можно взять любое разрезание, как мы знаем. И мы возьмем то разрезание, когда все треугольники в диагонали выйдут из одной вершины. Тогда как бы ясно, что у нас имеется, ну, у нас вот, кроме этих двух сторон, все стороны используются в треугольниках. Поэтому в этом разрезании n минус 2 треугольника. А отсюда, из того, что сумма углов всегда одинаковая, следует, что в любом разрезании будет тоже n минус 2 треугольника. Так что тут, нет, это, ну, это действительно, это не имеет отношения к делу, поскольку нас интересует число этих разрезаний. Вот. Но тем не менее, ладно. И почему же их одинаковое количество? Я бы начал просто нарисовать, только я позволю себе нарисовать больший треугольник. Вот я. 3, 4, 5. Ну, какие-то углы у тебя острые у шестиугольника, это не очень хорошо. Ну, ладно. Не очень хорошо. Нет, ну, он не обязательно должен быть правильный. Число разрезания от этого не зависит, но... Ну, хорошо. И что теперь, зачем нам... Почему он должен быть выпуклым, по крайней мере? Ну, выпуклым желательно, да. Но он почти был выпуклым. До этого еще не дошло. Теперь были диагонали вот какие-то. Вот мы как можно нарисовать диагонали, как рисовали. Так, я все нарисовал диагонали? Нет, еще одна. Вот у меня получились вроде треугольники. Да. И теперь... Это четыре треугольника, как должно быть? У нас должны быть буковки А, Б, С, Д, Е. И теперь я попробую что-нибудь умножить. Вот заметим, что почему-то на одну сторону буквы не хватило. Ну, так сторон надо. 6, да. А букв 5. Так что так, наверное, должно быть. Да, есть одна такая, но вот это самое. На нее можно наш шестиугольник поставить, и тогда ее все равно не будет видно, поэтому мы там не пишем букву. Ну, хорошо. Основание. Теперь предлагается написать умножение, глядя на, вернее, расстановку скобок, глядя на картинку. Вот, например, А, Б, вот есть в треугольнике, а третья сторона вот пустая, наша диагональ. И вот на нее я могу вот написать... Вот эта вот, которая... Да. Вот я хотел около нее написать А умножить на Б. Вот прямо на стороне. И могу взять скобки, если надо. Может быть, не надо. А в правом треугольнике точно так же. Вот есть правый треугольник. Вот ты можешь опять выделить и исчезнуть вот диагональ вот ДЕ. И третье. Да, вот это вот. И я напишу здесь ДЕ. Но причем так, мы почему пишем ДЕ, а не ЕД? Потому что мы все как бы считаем по часовой стрелке. Да, вот это ты не удаляешь, у тебя очень хорошо получается. А нет, это я уже удалил. Ну и ладно. Теперь у меня есть еще диагональ, которую ты умеешь обводить. Вот это. И она, у нее теперь тоже две стороны уже подписаны. Одна сторона АБ, мы ее подписали. Вот у этого треугольника две стороны уже есть АБ и С, и вот он символизирует умножение. И вот мы и умножим. Значит, А, Б я пишу, как было написано. Немножко трудно писать. Ну, можно писать вдоль этой самой диагонали. Ну, или... Я бы хотел бы, но, учитывая, я больше привык ручкой. Вот А, Б, вот я написал, как было написано. Вот то же самое рисование. Значит, умножилось на С, и вот внешние скобки. Да, вот у нас А, Б, вот у нас... Ой, что-то нет, сейчас тут все видно. А вот теперь твоя красота пропала. Да-да-да, нет, это иногда почему-то... Ну что такое? Все время выключается. Значит, вот есть А, Б и С. Вот мы сюда написали умножение. Ну и теперь последний треугольник еще не обслужен. Это вот этот треугольник. У него на двух сторонах уже написано. А вот на основании, на котором он стоит на земле, еще ничего не написано.
Но, Да, вот естественно, по как раз общему удачно. правилу можно написать так. По Вот общему теперь виден правилу. секрет. А вот мы не написали ничего с самого начала на основании. И вот это оказалось удачно. Мы в конце как раз все на него и написали. То есть так получилось. Надо будет понять, что так А всегда это как будет. раз вот этот самый, вот этот, который у нас здесь есть. Вот А, Б, С, Д, Е. Он как раз заранее это самое получился. Да, значит, опытные люди, конечно же, все это продумывают, Сейчас, но у меня получилось случайно. то есть что мы сделали? Мы для каждого разрезания треугольников, для каждого разрезания шестиугольника построили некоторую формулу. То есть у нас как бы есть отображение вот в эту сторону, из разрезаний формулы, в расстановке скобок. И, ну, вроде как понятно. Ну, конечно, мы так геометрически представляем себе, что вот есть такие разрезания, но хотелось бы еще, ну, теперь что надо проверить? Что, во-первых, получится все формулы, то, что это называется сюрьекция, а во-вторых, что разным разрезаниям соответствуют разные формулы. Или там как можно, ну, может быть, в другую сторону, как по формуле можно восстановить разрезание и тем самым показать, что разрезание однозначно восстанавливается, что не может быть так, что разные разрезания перешли в одну и ту же формулу. Можешь как-то это, ну или кто-нибудь еще, может быть, может объяснить, почему Нет, это. сейчас я бы хотел бы это место прояснить. Вот, значит, Вот что мы очень. сделали и что осталось. Хотя бы себе. Значит, может быть, и слушателям будет лучше, а может быть, нет. Значит, вот что заведомо надо сделать, вот это нарисовать обратное отображение. Что мы умеем по формуле нарисовать диагонали. Ну, это так тоже можно сказать. Нет, я имел в виду, что так проверить свойства этого отображения, что оно переводит разные в разные, и что любая форма получается. Но это одним из способов этого сделать, это объяснить обратно, как значит, из формулы получить диагонали, и почему они друг другу обратны. Ну, я предлагаю строить в другую сторону. Ну, И здесь я не хорошо. знаю, что было бы педагогически правильно взять. Ну, значит, я думаю, что было бы лучше взять какую-нибудь другую расстановку скобок. Возьми другую расстановку скобок. Значит, Ну вот у потому нас что есть здесь вот внизу мне есть, так повезло, вот вот у у меня нас вот внизу есть написано. расстановка скобок, или Да. она тебе не нравится? Нет, мне нравится. Я хочу Да. сначала Ну подчеркнуть, что хорошо. именно я делаю, потому что мы не видим слушателя, ни одного, ну, почти Да. никаких. И... Ну давай, 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 то самое, нарисуй что-нибудь. Значит, я вот возьму, во-первых, красный цвет, чтобы было видно, что что-то происходит новое. Теперь я выделю красным цветом то, что я собираюсь сделать. А вот у меня есть правило, и я хочу по нему построить диагональ. Нет, да подожди, если уж ты обводишь дерево, так надо обводить правильное дерево. Это было Да, дерево для действительно. средней. Сейчас, Сейчас, это правда. не надо. Вот надо то уж Ты тогда. умеешь стирать, да? Да, сейчас я тогда нарисую красную линию правильно. Да, Вот сделай, есть вот такая пожалуйста. картинка. Значит, шестиугольник я попробую сделать примерно такой, как был, а буду рисовать диагонали красным цветом. Да, ну, Еще значит, А, Б, хотелось С, бы, Д, чтобы Е он... по-прежнему, естественно, пишутся так же, как и раньше писались. То есть это тот же самый шестиугольник, те же самые буквы на сторонах, хотя они теперь красные, но они также пишутся. А диагонали вот будут другими. Вот у меня написано самое внешнее, самое первое произведение D умножить на E. И я должен построить диагональ в том треугольнике, где D умножается на E. Вот я сейчас попробую. Вот. И по предыдущему правилу я должен написать D умножить на E и взять в скобки. Следующее действие, которое я вижу, C умножается вот на новое произведение, на DE. То вот это вот этот вот Теперь, узел. если ты можешь, Саша, вот ты так замечательно показывал, С, помнишь? вот у нас есть С, и вот есть ДЕ. Значит, мы хотим, Да. естественно, вот нарисовать вот здесь, вот как бы вот это умножение соответствует, мы замене этого обхода треугольника ну, с двух сторон на третью с умножением.
И вот эта диагональ, но мне немножко не удалось ее нарисовать, Да, но... ну ничего, сойдет. Так, сейчас опять все, боюсь, пропадет. Он как-то постоянно что-то у меня случается. Нет, Вот. зажил. И следующее действие участвует вот та диагональ, которую я только что нарисовал, и сторона Б. Да, Так написано в инструкции. вот Вот это это действие, действие. да. И вот, значит, вот оно вот это умножается на это и дает нам вот это. Ну, соответственно, надо написать. Б, С, Д, Е. Ну, как смог. Ну и, Хотя, соответственно, коллеги... внизу уже можно написать вот по этому треугольнику, наконец, произвести умножение. И получится, ну, то, что мы хотели, то и получится. Ну, вот как-то вот... Да, все ровно так и получается. Конечно, нужно объяснять, почему мы действительно так можем сделать. Здесь инструкция, нам, может быть, как-то повезло. Да, то есть, ну, конечно, хорошо бы это как-то так и строго доказать, но проблема в том, что разбиение диагоналями на треугольники – это такая вещь геометрическая, и мы так интуитивно себе представляем, что это. Но если мы начнем это строго определять, что вот у нас имеется там конечное множество треугольников, объединение которых это весь на шестиугольник, а, значит, внутренних общих точек нету, то после этого, я боюсь, ничего уже доказать не удастся. Ну, то есть это настолько все за... Ну, Но, вообще может быть, и не надо. то, что Это вот то, что... многоугольник разбивает плоскость на две части, это уже некоторая проблема. То есть это... Я боюсь, что действительно, если начать это пытаться объяснять строго, то... Но так более или менее ясно оба действия описаны, но и они как бы вот... Ну как еще Сейчас, можно... можно... Да. Можно еще добавить просто какую-то вещь. Вот... Если все-таки здесь нарисованы три типа картинок, здесь нарисованы скобки, здесь нарисованы шестиугольники, и здесь нарисованы еще графы вот такие вот, ну, Деревья. деревья, которые растут почему-то вниз, а не вверх, как положено. Да, Значит, это это самое. так всегда почему-то, да. Это скорее корни, а не деревья. Значит. Нет, ну нет, я так рисую деревья, и вот это вот то, что внизу называют листьями. Это вот, ну ничего не поделаешь. Так вот, поскольку, ну, и так сложилось исторически, и значит, лиф. Да, ну вот, значит, есть как бы, ну, и считалось, что переход вот от скобок к деревьям, оно, так сказать, более-менее понятно, как происходит. Теперь я хочу сказать, что можно как бы от дерева перейти к, не от символа, а от дерева перейти к шестиугольнику. Это как бы, по-моему, может быть проще, потому что если у нас есть дерево, значит, я попробую нарисовать, потому что, во-первых, прежде всего нужно к этому дереву пририсовать хвостик сверху. Это ты где все рисуешь? Да. Да, потом, значит, я вот это дерево перерисую следующим способом. Я возьму, да, теперь вот у нас есть хвостик сверху, и возьмем, поставим точки каждый раз. Вот у нас все вершины, они упорядочены, так сказать, по циклу, вот так, таким вот образом. Я сейчас не знаю, ибо очень боюсь, что, может, мне нужно нарисовать где-то отдельно. Нет, Ну, а вот я что, а попробую почему? перерисовать. Ну, я можно стереть что-нибудь. Сейчас, я попробую нарисовать на той же, сейчас, если получится. Я хочу сказать, что можно просто шестиугольник из этого графа нарисовать. А Да. именно, возьмем 6 вершин и припишем их как бы промежутком между листьями этого графа. То есть, ну вот есть листик сверху, который торчит, и много листьев снизу. Значит, вот у Да, нас есть как раз будет шесть, один да. здесь, между С и Д здесь, между Б и С здесь, между А и Б То здесь, есть и у нас между как А и бы вот есть этим. такой вот обход всего графа. Вот мы так обходим, как бы держась правой рукой за него, как за стенку. И время от времени приходим в вершины. И вот сначала мы, значит, из корня переходим в Е, потом в Д, потом в С, потом в Б, потом в А. Вот сейчас опять пропадет я. А Да, ну нет. или по-другому просто, мне кажется, что он нарисован на плоскости, просто нужно Тьфу. прочитать его. Да, Да. вот. А теперь соединим, вот, соединим точки, те, которые, ну, как бы вот, в которых можно попасть одну в другую,
если пересечь ровно одно ребро. То есть, вот, например, вот эту точку можно соединить с этой, потому что она пересекает. То есть каждое ребро, исходного черное ребро, его можно повернуть на 90 градусов, и тогда он будет соединять какие-то синие точки. Вот D, например, он, ну вот опять у меня картинка не очень хорошо получается здесь, но вот у Нет, но про нас как бы 90 такое градусов ребро. это так некоторое погорячился, но и ребро должно быть Ну, кривым, и значит это сам. потому что если граф нарисовать так, что все эти точки лежали прямо на окружности, а не были разбросаны непонятно как, то тогда Да. все было бы. Ну хорошо, Ну ладно, уж вот нарисован, то, так что я нарисован. нарисовал, Да. Но теперь, значит, у нас то, что я получился такой кривой нарисовал, шестиугольник. он исключительно кривой, Да. но вот, и вот такой вот. Просто Но... потому что исходный граф был. И этот шестиугольник совпадает просто с распределением вот этого шестиугольника совпадает с этим. Это увидеть, конечно, невозможно на этой картинке, но если ее перерисовать, то можно это сделать более аккуратно. Нет, но мне кажется, что это такая интерпретация поднимает геометрические трудности, которые у нас были на принципиально новый уровень. Потому что раньше хоть все было прямое, а теперь, значит, это самое еще надо изучать, Ну, у как нас есть это граф и вообще. двойственный граф. Это не самые сложные Ну, вещи, не так самое сказать. сложное, но когда это на плоскости, например, ну как доказать, что вообще это самая плоскость, что если у нас нарисовано, ну это там, что если мы нарисовали какие-то соединяем там А, Б, С, Д, Е и потом опять А, то вся плоскость делится на внутреннюю и внешнюю часть. Это уже Ну, некоторое. это примерно. Тут еще нужно доказать непримитивность арифметики. Нет, Тоже нет, неплохо нет, нет, было бы, нет, нет, походу, это дела. совершенно другое. Нет, не надо, нет, вот это совершенно не, так сказать. Нет, это вот мартира это одна статья, а это самая пушка это другая статья. Не надо вот непротиворечивые арифметики смешивать с это самое. Божий дар с яичницей. Но я, впрочем, трудно сказать, где здесь именно Божий дар, но не важно. Хорошо, значит, но так или иначе, я думаю, что, по крайней мере, наглядно это правило. Ну, на самом деле, это если хотеть доказывать это более строго, то можно себе представить, что значит, и то, и другое определяется как бы главной операцией. Вот это у нас определяется, вот что мы делаем в первую очередь здесь. А здесь можно сказать, главная операция это то, вот эта сторона будет стороной какого-то треугольника здесь. То есть то, что мы делаем последним. И, соответственно, дальше у нас надо перемножить вот эти, ну или что здесь то же самое, вот получить, вот здесь разбить вот эту часть, а здесь перемножить эти. А здесь разбить эту часть, а здесь перемножить эти. То есть, ну вот еще так можно как-то себя убеждать, Я что как это так. раз хотел задать вопрос про это. Вот у Да. нас, когда мы обсуждали числа Каталана в листочке про рекуррентное соотношение, у Да. нас было для них рекуррентное соотношение. И вот я хотел спросить, как можно ли здесь его увидеть? Ну, Ну это то же самое, что вот вы сказали, более или но может... менее, значит, какое у нас рекуррентное соотношение? Эта штука может, ну вот на языке шестиугольников, вот, значит, все разбиения можно разбить на группы в зависимости от того, где находится третья вершина треугольника, включающего основание. Значит, и здесь у нас, вот в этой группе останется разбить вот это на части, а это будет, сейчас, это будет C2, потому что это число разбить n плюс 2 угольник, да, это c2, а это будет c1. Соответственно, значит, а все вместе должно быть c4. Значит, это будет множитель c2 на c1, а здесь, вот если мы такой треугольник, будет множитель c1 на c2, если вот такой, то будет c0, c3, а здесь будет c3, c0. Вот это та самая рекуррентная формула, ну, мы так более-менее так, наверное, ее и получали, но... Ладно, значит, так или иначе, вот значит, мы построили взаимно однозначное соответствие, и поэтому доказали, что два определения чисел Каталана на самом деле эквивалентны. Так, ну что, про это еще что-то надо полезное сказать, или мы уже все, что могли, сказали, и запутали дело? Ну, сейчас я вот все-таки Да. я нарисую некоторую картинку вот на этой, наоборот, сверху. Я нарисую вот такой вот граф, я в каждом треугольничке поставлю по точке, Да. а потом каждую точку соединю просто со сторонами треугольника соответствующего.
и у меня получится дерево. И у этого дерева будет одна выделенная, выделенный листик. Это вот это вот, которое идет на нашу сторону с самым длинным выражением. И у нас получается, вот, и у нас получается из жбиения на шестиугольнике получается дерево. И это соответствие между вот деревьями и И разбиение на теперь вот шестиугольник. надо вот здесь Это то же самое. написать вот в этой точке, как бы взять D и E и написать DE, здесь там написать C на D на E там, и вот в Нет. общем. Да. Ну хорошо, чего? Значит, с этим худо-бедно разобрались. Но давайте тогда следующий посмотрим, про что там. Да, вот еще более такая сложная задача. Значит, еще менее формальные доказательства, к сожалению. Значит, вот у нас имеются такие странные еще одно определение чисел Каталана. То есть мы пишем сначала единицы, а потом, ну не сначала, значит, мы пишем единицы нули, при этом надо, чтобы в начале в любом начальном отрезке единиц было больше, чем нулей, не меньше. То есть вот нельзя написать там 1, 0, 0, потому что два нуля, а только одна единица. Или нельзя написать там 1, 0, 1, 0, 0 тоже нельзя, потому что вот к этому месту у нас нулей станет больше, чем Сейчас, ну, единиц. нужно, кажется, добавить, что суммарное количество единиц должно быть равно количеству нулей в такой последовательности. Да. Вот это как раз бдительность. Это вот мы хорошо, что мы заметили. Из n единиц и n нулей. Да. Это совершенно просто вот грубая ошибка у нас есть. Да, значит, и пока вот. Значит, это такое количество равно числу этих самых числу Каталана, но это мы сейчас докажем, но просто можно пока еще сказать в порядке такой общей болтовни, как это про эти последовательности можно думать. Можно думать так, что у нас вот имеется один из вариантов, что имеются это в книге Виленкина «Комбинаторика» объясняется, что, ну, тогда, значит, были монеты в рубль и монеты в полтинник. Это половина рубля. И, значит, считалось, вот имеется очередь, которая товарищи стоят в кассу. И вот 1 и 0 – это полтинники и рубли. И, значит, вот условие на число Каталана состоит в том, что у кассира хватит сдачи, даже если у него вначале ничего не было. То есть, если к нему сначала придет товарищ с рублем, то ему нельзя будет заплатить, дать сдачу. Нет, предмет стоит 50 копеек, который все разделили. Билет в кино стоит 50 копеек у А, билет, товарища. да, предмет, да. Да. И, соответственно, значит, вот пришедшим с рублем нужно давать сдачи полтинника. Значит, этих полтинников должно быть не меньше, чем рублей, чтобы их хватило. Это одно объяснение. Второе объяснение, такое довольно наглядное, стоит в том, что мы должны расставлять скобки, что вот единица это как бы открывающаяся скобка, а ноль как бы закрывающаяся скобка. Ну, а вот если мы так напишем, то это будет открывающая скобка и две закрывающиеся, а эта закрывающая еще будет неизвестно, откуда она происходит, и значит, это будет неправильно. А еще одно объяснение состоит в том, что мы можем изображать, как бы мы, такой график движения, что мы вот со временем мы идем либо вверх, либо вниз. И мы должны, значит, идти. Ну вот, 1, 1, 1, 0, 0, там 1, 0, 0. А вот здесь уже все сравнялось, и поэтому обязательно должно быть 1, иначе мы. Значит, ну, в конце мы должны прийти в 0. Еще такая картинка у нас есть. Вот это у нас должно быть 2n. Мы должны прийти вот, ну, как-то вот так вот. А при этом мы не должны никогда выходить, это самое, в минус в такой картинке. Но это как бы мы ничего тут не доказываем, мы просто объясняем разными способами вот этот смысл этого утверждения.
А Саша, удивительно. там 2 в степени n написано внизу, правильно? Где написано 2 в степени n? Или что написано внизу под стрелочкой? Под Какая-то стрелочкой? загогулина на двойку похожая. По стрелочке, по-моему, ничего не... Это в каком месте? Я Да, даже... написано. Ну, Я не умею стирать, вот двойка вот есть явно. да, вот это вот. Так Что должно она быть. значит? А, в смысле, не 2 в степени... Нет, меня 2 в степени n смутило. 2n тут, конечно, должно быть написано. У нас всего Да. 2n нулей и n единиц. Нет. Это... Я все смотрел, где же 2 в степени n, и не понимал. Нет, конечно, 2n. Вот. А... Тогда я хотел бы, очень важно, что последний шаг вот твоей линии, он идет вниз. И то есть вот предпоследняя точка, вот мы знаем, Да. куда мы придем, но еще мы знаем, где мы были на предыдущем шаге. То есть не то, что это какое-то, не то, чтобы это решение, но Нет, это ну как просто бы это такое описание соответствует пути. тому, что скобочное выражение правильное не может кончаться на шаг вверх. Да, Ну и конечно. потому что если в конце правильный баланс, а мы пришли снизу, последняя у нас единица, то до этого был неправильный баланс единицы нулей. И, соответственно, можно заведомо, так сказать, объяснить, что вот это здесь совершенно фиксировано, вот эта часть. Тут мы ничего иначе быть не может. Или вот здесь вот тоже эта фиксированная часть. Опять не пишет. Ну что же она не хочет? Почему она... Нет, вот она как-то иногда ломается и не пишет. Ну ладно. Придется кому-то еще все писать. Ну, по крайней мере, на этом слайде, я думаю, что потом восстановится. Значит, ну да, это все вот мы объясняем вот второе множество, вот это на эти нули и единицы. А оказывается, что это равняется числу Каталана, которое определяется, значит, как число разрезаний этого самого n плюс 2 угольника или число способов получить, перемножить n плюс 1 n плюс одну букву. Вот. И вот надо объяснить, почему это одно и то же. Но самое интересное в этой задаче, конечно, это польский калькулятор, после чего все слушатели должны просто бежать программировать польский калькулятор. Да, нет, а вот есть какое-нибудь другое объяснение, кроме этой самой обратной польской записи? То есть так, первое, что хочется сделать, но вот я не знаю, как это, как, то есть как бы так, и вот здесь у нас, и вот у нас были здесь скобки, и когда мы умножаем числа, тоже скобки. И что, казалось бы, как-то вот, может быть, можно было куда-нибудь что-нибудь вставить там, но вот нет. Так почему-то не получается, но А может... нельзя прочитать вот эту запись со скобками, которая сейчас написана, и перемножать в соответствии с ней, ну, а когда у нас там уже скобок нет, просто слева направо. Сейчас, ну давайте попробуем. Значит, у нас что? У нас, значит, вот у нас есть здесь n равно 3. А, сейчас, здесь у нас n равнее... Ну, вот я не могу ничего написать. Нет, не хочет она. Почему? Только вот я не понимаю. Может, надо стереть сначала что-нибудь. Так, ну, может быть, да, может все-таки рассказать сначала А, самый рассказать простой сначала способ, правильное, а почему это потом число неправильное. Ну, Каталана. да. Ну что, кто может рассказать тогда простой способ? Нет, ну расскажи тогда, раз это самое, это Ну, вызбрось. давай могу рассказать, что значит, как бы нужно проверить, что это количество вот таких путей, оно удовлетворяет тому рекуррентному соотношению, которое мы писали. Значит, что для этого нужно? Значит, А, то есть возьмем... ты хочешь доказать, забыть про все определения с разрезаниями там на что-нибудь, а просто сказать, что раз у нас рекуррентное соотношение тоже и начинается так же, то и дальше будет все то же. Да. Значит, надо получить рекуррентное соотношение для вот количества этих путей или двоичных слов или скобочных выражений. Ну давай попробуем, а как? Да, значит, для этого нужно, вот представим себе, что у нас вот это число путей вот таких вот, это C2n,
И, значит, распилим его на группы. Значит, первая группа следующая, а Нет, именно подождите, возьмем. что? Нет, я хочу ввести какие-то новые обозначения. Нет, Нет, никакие. пути из нулей n, нулей единиц называются cn. А CN, извиняюсь. Да. Нет, ну или вот cn это. Это правильно, да, это Ну, CN. мы сейчас как бы, так сказать, ну, у нас уже было определение cn, но мы временно вот про cn забудем, и вот это количество просто сейчас назовем cn временно. А потом Да. выяснится, что это то же самое cn, которое было раньше. Значит, cn это число путей, число скобочных выражений, число путей, там число того сего. Да. Да, значит, Все пути вот рассмотрим предлагается какой-нибудь один распилить. путь. Да. Да, на группы. Значит, возьмем какой-нибудь один путь, и этот путь начинается в нуле и иногда касается горизонтальной оси. То есть, ну, по Может крайней мере, быть, заведомо, касается. ну, в любом случае он касается в конце, а иногда раньше. Да. Значит, возьмем ту точку, где он касается этой оси первый раз. Да. Это может оказаться последняя точка, а может оказаться вот на этой картинке, она, значит, В где-то в смысле, середине. первый раз как бы слева, считаю. Первый раз слева, Да, в да. Вот таком мы как бы историческом идем по порядке, нему, и в порядке, да. Если это время по этой оси, то тогда, значит, И первый раз. я тебе даже скажу Значит, заранее, я предвижу, что ты сейчас скажешь, что этот момент будет четным. да, Потому что наверное, есть да. такая задача, что если мы шахматную пешку, эту самую пешку двигаем вверх и вниз, а какое-то количество раз и вернулись в исходное положение, то значит мы двигали сделали четное число шагов. Это можно объяснять так, что она меняет свой цвет каждый раз, а можно объяснять так, что сколько вверх, столько и вниз. Но так или иначе. Число четное, да. Да, то есть это число будет обозначаться 2m, скажем. Да. И можно сразу написать, что оно может Теперь, быть равно от e, может быть от единицы. да, m может быть, То есть это первый раз, когда начинается оно 1-0. Да, оно m, значит, да, оно в интервале от единицы Да, но последний, самый или правый, когда оно вообще не раньше в ноль не попадает. да, от единицы до n. Да. Теперь, значит, cn, как теперь посчитать количество, вот если мы зафиксируем m, как посчитать количество путей, у которых данная А, то m есть в вообще одной как бы группе дело мы будем клонится к тому, считать? что в каждой группе будет некоторое, значит, число путей будет получаться как раз вот то произведение, слагаемое будет соответствовать слагаемому в рекуррентном соотношении. Это Да, то есть правильно? мы Да. можем начать и писать формулу. Это Да. будет некоторая сумма по m как раз. m равно единице до n. Да, это соответствует разбиению на группу. Прекрасно, да. Да, теперь посчитаем каждую группу. Значит, посчитаем, значит, количество путей из вот такого типа. Оно устроено так, что это пути, которые, значит, мы будем продолжать. Значит, у нас есть эта точка, и часть пути, которая левее этой точки, она никакая угодно, она никогда не касается горизонтальной оси. Да, То то есть есть это, вот на самом деле то есть даже кроме лучше как в понять, что начале и в конце. правее мы можем делать все, что угодно. То есть правее мы можем написать просто там cn минус m. Вот второй множитель, C который в нашей... n минус m. Да. Это вот как бы Это соответствует количество путей. справа. А А слева слева, мы значит, бы брали никакую попало точку нашего разбиения, тогда бы они пересекались группы, а брали первую. И поэтому нам надо, чтобы оно не пересекало раньше, но не пересекало, раньше не выходило в ноль. да, заметим, что вот в этом пути первый участок он идет вверх, последний участок тоже, опять же, по тем же соображениям, которые только что обсуждались, идет вниз. А в середине самое худшее, что может быть, это он может оказаться на уровне 1, так сказать. То есть вот если взять из этого А, ты первого хочешь сказать, я пути и понял, что ты хочешь сказать. Ты обрезать. хочешь нарисовать вот такую картиночку и сказать, что это в сущности то же самое. Что мы просто Да. сдвинули как бы Да. оси. Да.
Но при этом понятно, что да, она уже будет короче, она будет не 2m, а 2m минус 2. То есть отвечает случаю минус 1. То есть у нас получается здесь c m минус 1. Да, но так неэстетично, что мы левую часть пути у нас соответствует правому сомножителю, а правая часть пути соответствует левому сомножителю. Да, это неэстетично. Тогда ну, можно уже переписать. Да. А пока это происходит, нам нужно в какой-то момент сказать, что число c0 мы тоже знаем. Ну, мы даже и c1 знаем, и c2 знаем, много бы чего знаем. Нет, c1 и c2, то ладно. Значит, да, понятно, как определяется такое. c0? А вот c0 просто оно не определяется. То определение, которое написано наверху, ну, почему? Хорошо. Количество двоичных слов длины 0, оно у нас равно единице. Из вот нуля нулей да. И нуля и единица. Нет, оно всегда равнялось. Это как бы совершенно законное множество всех двоичных слов длины 0. Такое двоичное слово одно. Оно пустое. В нем нет, значит, и оно из нуля и нулей и нуля и единиц. И в каждый начальный отрезок, у него есть один начальный отрезок, он тоже пустой. И он содержит не меньше единиц, чем нулей. То есть тут даже не нужно ничего как бы доопределять, а нужно просто догматически трактовать определение, которое у нас есть. Нет, ну, конечно, это полезно представлять себе, понять заранее, что это значит. И это же c0 равно единице. Ну вот, кстати, c0 здесь у нас получается, что если мы рассмотрим пути, которые первый раз приходят в 0 здесь, то это значит вот такие пути, которые вот идут вот так вот. И, соответственно, если мы сместим наши оси координат, то будет такой единственный путь, который не делает ни одного шага и остается там, где был. А можно было бы, кстати, не перерисовывать, не перерисовывать, ну, то есть, так это у нас получается, там, ну, c0, cn минус 1, там, плюс c1, cn минус 2, то есть, та самая формула, а последняя будет, как раз будет cn минус 1, c0, то есть, формула ровно такая же, как было. Я что начал говорить, что можно было бы просто брать не первую точку, когда она касается нуля, приходит в ноль, это самое, а последнюю, тогда было бы все наоборот. Да? С первой надо, можно было бы брать любой путь, а во второй надо было бы, значит, это самое, уменьшить, вот эти сдвинуть, и получилось вот это. То есть это, видимо, самое простое. И не пришлось бы переписывать, да, пришлось бы формулу не переписывать. Да. Вот, вот это, то есть, раз рекуррентное соотношение тоже и начинается так же, то, ну, можно еще для надежности проверить несколько первых членов, но это мы уже делали. И тогда все дальше тоже будет, и то, и другое вычисляется по одной и той же формуле, поэтому они всегда совпадают. Вот, но, это конечно, были написаны первые несколько чисел Каталана вообще? Ну, были написаны эти числа? Ну, когда-то физически. Мы писали, ну, давай напишем. Значит, c0 равно, да, единице, c1, это нужно количество разбиений треугольника на диагонали, это 1. Или количество способов умножить два числа. Значит, c2... Это количество способов перемножить три числа. Это 2. c3 – это количество множеств перемножить 4 числа. Их 3, да? c4 – вот, ну, вот это самое. Да, не может быть. Сейчас, чего 5. Я думаю? Сейчас, секунду. c2, а следующий c3 – это… c3 сейчас. c3 – это число способов перемножить a, b, c, d. Значит, у нас можно a, b, c, d. Можно a… B, нет, C, 5, 5, D, и можно 1, 1, 2, 5, 14. C, D. Сейчас, а что же мы пропустили тогда? Вот когда у нас 4, 4 сомножителя. А, конечно, пропустили. Это сомножители должно быть 5. B, C, D, и еще, да, B, C, D, A, это я извиняюсь, да. Это я что-то почему-то... 5, а потом, вот, потом должно быть 14. Ну, давай проверим. Значит, 5 и 1, 5. Дважды 1, 2. Значит, 5 плюс 2 плюс 2 плюс 5. То есть это будет как раз 10 плюс 14. А дальше, ну, ушла. Значит, 14 умножить на 1, 14. 5 умножить на 1,
это 5, значит 28 и 10 это 38, еще надо 2 умножить на 2, получается 42. Правильно? Да, да. Да. Ну, наверное, опытные люди вроде тебя все помнят наизусть, потому что это еще чему-нибудь такому равно. Нет, ну, нет, главное число 5, конечно, потому что... А там, что? Пятичленное соотношение для алгоритма и вообще куча всего. Да, ну хорошо, ладно, значит... Нет, это наводит на мысли пугающие, что есть еще какое-то более сложное 14-членное соотношение для чего-нибудь. Но ладно. Да-да-да. Ты можешь спросить у Гончарова, да, сказать так. Нет, ну спросить-то можно, а вот понять, что он ответит, это уже другой вопрос. Хорошо. Значит, но поскольку уж мы строили взаимно однозначные соответствия, то хорошо было бы объяснить взаимно однозначное соответствие здесь. Может кто-нибудь объяснить взаимооднозначное соответствие? Сейчас я тогда сотру рекуррентную формулу. Ну, наверное, если мы знаем уже рекурсию, то не очень сложно с деревьями построить взаимооднозначное соответствие. Нет, но хотелось бы это. Ну, деревья дело такое тонкое, оно геометрическое и. Ну вот просто вот у нас какая-то последовательность вот этих единиц и минус единиц. И вот есть у нас какие-то, еще у нас 2n, и у нас написано n, соответственно, n минус 1. Букв. И ну, чисел там, чего-то такого, что можно перемножать. И теперь мы хотим, вот глядя на это, на эту картиночку, сказать, в каком порядке их надо перемножать. Как это объяснить? Надо как, вот у нас прямо нарисовано, ну или может сейчас есть открывающие скобки, закрывающиеся скобки, или там единицы и нули, и надо как-то понять вот каждую из них, вот по этой последовательности, определить порядок перемножения. Мы знаем, что последнее перемножение, да, оно происходило... Вот как бы вот это последний момент, мы должны уже получить все, что это самое. Да, оно происходило между произведением первых m со множителем, да? Да. Кажется. И последних n минус 1 минус m. Ну, нет, но это у нас в рекуррентной формуле так было. А значит, хотелось бы как-то это объяснить без рекуррентной формулы, а прямо так вот непосредственно. Сейчас, но я не знаю, может, как наиболее близких программирований, Руслан, ты можешь объяснить, как это делать? Ну, я сомневаюсь, что это самое близкое программирование. Но остальные еще хуже. Это как мне объясняли, когда я ехал преподавать в MIT, и что я не знаю английского, я опасался. А человек, который меня приглашал, сказал, что это правда, но остальные еще хуже. Ну, не все, конечно, остальные, что есть, которые еще хуже. А у нас, я думаю, что просто все. Так что давай объясни, что тут нужно делать, если ты... Ну, давайте попробуем. Ну, как бы... Ну, сейчас, у нас написано некоторая последовательность операции, нам, ну, через деревья, на самом деле, проще, я бы сказал. То есть, вот мы, как бы, вот такую последовательность можем отобразить в, самом деле, в такое какое-то дерево. Сейчас, ты начинаешь с последовательности нулей и единиц, или вот куда надо смотреть, на нижнюю картинку, на среднюю картинку? Ну, смотрите, давайте, вот... Ну, что получается, то получается. Давайте сначала попробуем из последовательности скобок получить последовательность деревьев, а потом из деревьев пытаться понять, как там что умножать. Да. Ну вот, предлагается деревья строить так. Вот если у нас есть какие-то скобочные последовательности, она сбивается некоторой подпоследовательности ну, с нулевым балансом, так скажем. То есть, в которых число скобок открывающихся равно число скобок закрывающихся. Да. Это вот корректные, правильные скобочные последовательности, их можно, вот будем считать, что у нас как бы есть такое объединяющее их дерево, то есть один корень, который соединяется с деревьями, соответствующий этим скобочным последовательностям.
И вот по этим скобочным последовательностям будем строить свои деревья. Да. То То есть вот в есть, данном случае вот у нас вот как до... бы... Нет, ну, вот эти скобочные Сейчас, наверное, последовательности... все-таки не так. Но Не так так? все равно получится неправильные деревья. У нас же деревья должны быть такие, как Бинарные бинарные. пока. Нет, но пока мы Нет, построили может... так... Вот мы как бы считаем умножение ассоциативным, и скобки рассматриваем как такие вот, значит, сомножители, которые не имеют никакого порядка. Но это пока не соответствует умножению, которое нам нужно, но нарисовать такое дерево можно. Нет, очень интересно. Я как раз не знаю, как так рассуждать, поэтому я не знаю, Нет, куда дальше. у меня тоже есть подозрение, что, может быть, на самом деле в тупик придем. Ну хорошо, давай попробуем. Нет, мне потому что всегда с умножением сложно. Как бы здесь, казалось бы, вот есть просто ну, как бы тривиальные объекции между скобочными Вот последовательностями и вот таким да, но она не последовательностям. получается. Ну хорошо, ну построили такое дерево. Значит, как оно будет выглядеть? Значит, у нас будет ветвление, может быть, ну, может быть, единица, когда у нас вот просто одно вложено в другое, то как бы вот у нас просто будет единица. Ну, а в конце будут, так сказать, такие вот пустые слова, соответствующие внутренностям между двумя скобками, да? То Да. есть вот эта картинка, вот конкретно эта картинка соответствует чему? У нас есть два вот таких, но это как бы дальше уже не делятся. Давайте то, что я так рисую, чтобы было. А эта картинка, значит, делится вот так вот. Но тут у нас получилось двоичное дерево, но это как Да, бы это такое совпадение. совпадение, Потому что, скажем, вот в этом примере уже получилось как бы ну, дерево с корнем да. степени 3. Да. Ну, вот тут можно сказать, что на самом деле из любого дерева можно сделать двоичное. А именно надо посмотреть на вершину, которая не двоичная, и дальше туда вставить дополнительных, ну, как бы сделать так, чтобы из него шла два ребра, и левое, оно шло бы туда же, куда шло левое раньше, а правое шло как бы вершину, из которой будут вести новые ребра. Я не знаю, сложно. Ну, в общем, такая мутация, что можно такую новую туда вставить конструкцию. Сейчас, давайте договоримся. Левый ведет туда же, куда вело старое, под правым подвешиваем вот такую штучку, да? Да. То есть мы как бы, когда у нас есть порядок операций не указан, а просто написано произведение чего-то, то мы решаем, что мы это делаем там справа налево. Ну да, сейчас, правда, наверное, сейчас так получилось слева направо, нет? Нет, вот как раз то, что сейчас А, нарисовано, это справа налево. Мы сначала перемножаем BC, так сказать, а потом А, умножаем ну хорошо. слева Ну, налево. можно так, да. Да, то есть если у нас Но есть это как такое в школе произвольное... положено. Ну, в школе положено слева направо. Если не написан порядок, нас учили, что если не написан порядок, Да, нужно делать да, да. А в операции слева Израиле, кстати, направо. интересно как? Тоже слева направо? Нет, мне кажется, что так же, мне кажется, да. слева направо. И числа там Формула арабские. вообще так же. Да. Нет, это удивительно действительно, что они, что формулу надо читать. Это должно, почему-то это не останавливает израильскую математику, хотя, казалось бы, должно быть существенным препятствием к ее развитию. Потому что формулу нужно читать так не слева направо, а как бы. Ну, в общем, ладно. Значит, и что? Значит, мы взяли такое скобочное выражение. Сначала нарисовали такое вот как бы дерево, соответствующее вот прямо тому, что там написано. А потом это дерево заменили на двоичное дерево, а двоичное дерево рассматриваем как вот способ перемножения и получаем как бы то, что нужно. В этом состоит план. И что, так должно получиться? Сейчас, ну да, это интересное А что дело, не нет. получается? Вот Нет, а я не вроде... знаю. Нет. А это ну, самое. Давайте Но мы это про... получается, потому что то же самое наше... Мы воспользовались нашим рекуррентным как бы, Нет, правилом. Просто его... рекуррентно, это я... Давайте мы все-таки... Вот у нас есть n равно 3. Значит, у нас имеется... Какие у нас есть? Должно быть 5 этих самых... То есть мы можем сначала идти... Сначала так. Потом можем идти вот так вот. Потом, может быть, наоборот еще... Значит, как-то сейчас, значит, вот это парно с этим, а здесь можно их расставлять иначе. Значит, как еще их можно? Нет, Уже сейчас. кажется, все, больше нет.
Нет, но все-таки n равно 3, это значит умножение двух этих самых. Но это все-таки нехороший пример. Нет, ну... Давайте n равно 4 напишем. Я просто хочу убедиться... Нет, сейчас, ты хочешь, чтобы была внешняя скобка? Можно просто три пары скобок. Ну как, у нас просто... Открывающая-закрывающая, открывающая-закрывающая. Нет, ну давай все-таки... Открывающая-закрывающая. Обозначение, значит, n равно 4... А нет, 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 значит, почему нет? N равно 3 уже должно быть 5. Значит, нет, это я да. зря полагал. Значит, вот есть, вот такая да. есть. Есть вот такая. Да. Есть еще вот такая там. Есть еще вот такая. И есть, наконец, две, в которых, значит, вот... Сейчас. И здесь две внутри. Две внутри. Нужно закрывающую сейчас было вместо вот этой открывающей. Открывающая. Вот так вот, да? Вот так. Да. Значит, это вот и все 5, у нас да. 5, 5, 5, как раз все 5 и есть. Ну, давайте мы тогда попытаемся проделать, чему нас учили. Значит, я не знаю, получится сейчас, получится или нет. Значит, вот сначала здесь, например, надо нарисовать, говорят, что надо нарисовать вот так. Можно сразу сжать. То есть можно строить как бы двоичное дерево для первой скобки, и потом двоичное дерево для суффикса, ну, для оставшейся скобочной последовательности. Это как бы сразу заменяет нам. Сейчас, подожди, я пока не понимаю базовые вещи. У нас должно быть теперь 4 сомножителя. А если мы будем делать то как нас учат, то получится 3 сомножителя. Нет, вообще получится что-то непонятное. Вот из этого, это дерево, конечно, можно преобразовать вот так, и получится вот такая вещь. А это дерево соответствует, надо рисовать, вообще у вас будет как бы один, это самое, одно такое. До какой высоты еще оно будет? Вот с тремя, видимо, будет, вот так вот. И тут вообще непонятно, из него двоичное дерево вообще не получится. Нет, что-то с этим планом какая-то у нас есть неясность. Сейчас, но действительно, значит, это самое, что-то так сразу не получается. Значит, ну, давайте тогда уж я вспомним про этот самый стековый калькулятор. Нет, это на самом деле такая вещь из. Ну, сейчас, наверное, в современных процессорах ничего такого нету. Но раньше, значит, ну как вообще устроено, как устроены команды процессора? Там объясняется, что что-то нам нужно перемножить на что-то и поместить куда-то. То есть в самом таком, то, что когда-то называлось трехадресная машина, каждая команда говорила, что надо умножить на что и куда положить. Там было 3 этих самых адреса. А да, бывают еще команды, что там А надо умножить на Б. Что вот даются 2 адреса, и надо это поместить в А. Ну и еще это вот это, иногда говорилось, что А это такой аккумулятор, и значит всегда то, что мы, результат всегда помещается туда. Вот. Но ясное дело, что если у нас есть какое-то сложное выражение, которое там, я не знаю, А плюс Б, умножить там на c плюс d, то это надо программировать в системе команд, там понять, куда кладутся эти a, b, c и d, там и все прочее. Ну и когда-то была такая идея, сейчас она, по-моему, не применяется, что нужно делать машины со стеком. Что такое стек? Стек – это такая вещь, куда можно как бы числа класть. Вот можно положить числа a и b, ну а можно еще потом... Значит, положить С, тогда А и Б сдвинутся, а С это самое, положится вверх. Но поскольку это самое, по-английски это называется стек, ну понятно, потому что стек это, ну, как бы стопка. Мы сначала кладем А, Б, а сверху кладем С. Еще называется там first in, first out. А поскольку российская электронная промышленность была частью военно-промышленного комплекса, то по-русски это называлось магазин. Но вот если закладывать патроны в магазин, чему раньше учили в школе, то вот он заталкивается новый патрон С, а там есть такая пружина, которая, значит, имеющиеся патроны сдвигается вниз.
Вот. Но так или иначе, идея стояла в том, что мы не, вообще в машине будет внутренний аппаратный стек, там вот будут храниться эти самые числа, а команда у нас будут очень простые. У нас будет команда положить что-то в стек, какую-то, ну, из памяти. А во-вторых, будет команда перемножить. Причем, когда или там сложить, или вычесть. Причем команда перемножения вообще не будет указывать никаких этих, как называется, операндов. То есть она просто будет такую команду умножить. А машина, процессор, уже электроника сама знает, что надо умножать. Нужно взять две верхние эти самые два числа в стеке и их перемножить. Соответственно, как можно тогда вот это вычислить? Надо сначала положить в стек А, потом положить в стек Б, потом произвести произведение, сложение. Но у нас уже в стеке будет А плюс Б. Теперь, значит, оно временно должно там, так сказать, заглубиться туда. Надо положить С, надо положить Д, надо положить, сложить С и Д. И в этот момент у нас там А плюс Б спокойно себе живет внутри стека, а на вершине стека С плюс Д. Соответственно, нужно еще раз умножить. И вот это называется как бы обратная польская запись. То есть, если обычно мы пишем какие-то два выражения, там, X и Y, мы обычно пишем x между, плюс между ними, то здесь мы говорим так, что мы сначала там вычисляем в стеке x, потом вычисляем в стеке y, а потом говорим операцию плюс. При этом вычисление y, как бы x не мешает тому, что он там внутри лежит и никого не трогает. Вот. И это называется, значит, стековый калькулятор. И даже, кстати, в какой-то момент они выпускались прямо... реальные калькуляторы можно было купить, и там вот именно внутри было несколько чисел, они вот так именно и лежали. То есть, ну, это понятно, потому что там как бы на калькуляторе есть клавиша плюс, и нет отдельного способа указать, что мы с чем складываем. Поэтому это такое логичное дело. Вот. Соответственно, если мы хотим перемножить там n чисел, там a1 на n, то что нужно делать? Иногда мы их кладем. Ну, кладем мы их, естественно, в том порядке, в котором их нужно перемножать. Ну, например, если мы хотим там перемножить А1, А2, А3, то мы сначала кладем А1, А2, перемножаем, А3, перемножаем. И даже не надо... В сущности, можно не писать эти буквы, потому что мы договорились, что мы перемножаем именно в таком порядке. То есть мы кладем их как раз слева направо. И получаются последовательности А, знак букв А и знаков перемножения. И букв А у нас, значит, соответственно, n, а знаков перемножения n-1. И при этом наш стек никогда не должен становиться пустым. Потому что если он станет пустым... Ну, в общем, он не может стать, как бы, чтобы он стал пустым, надо, чтобы мы выполнили умножение, а там было только одно число, и это приведет к ошибке. То есть, реально стек у нас сначала становится длины 1, а потом уже, значит, он может там, то самое, подниматься, опускаться, соответственно, но всегда одно число должно оставаться. То есть, вот у нас как раз если мы отбросим это самый первый шаг, у нас получится последовательности из n-1 единицы и n-1 нуля, в которых, значит, единиц всегда не меньше, чем нулей, потому что иначе у нас умножение нельзя будет сделать. Ну и вот это и есть взаимное однозначное соответствие между нашими последовательностями и способами расстановок скобок. Ну, как-то тут надо, конечно, проверять, что оно взаимно однозначно. Вот как это формально проверить, я даже не знаю, как это просто объяснить. Но так, если попробовать, то через некоторое время становится ясно, что вроде бы как. Вот если у нас есть, если у нас какая-то операция записана, то всегда можно как бы построить расстановку, ну, представить себе, что у нас есть стек, и вот ровно так эти операции выполнять. Наоборот, если у нас имеется выражение, ну вот здесь у нас было даже выражение с плюсом и умножениями, и мы его преобразовали. Но также с одними умножениями тоже можно преобразовать. И это как бы надо как-то строго проверить, что это взаимнообратные операции. Ну вот это правда, но как это объяснить просто, я даже не знаю.
Хотелось бы, конечно, с деревьями понять, почему это вот соответствует, как в этих терминах. Но что, это как-то никто не знает. Ну, мне кажется, получилось в каком-то примере, но я не знаю. Может, надо додумать. То есть, вот когда мы делаем дерево по вот этой последовательности скобок, открывающей и закрывающей, да. Нам надо понять, главное, что там в конце делать. То есть, когда у нас просто есть... Когда мы дошли до ситуации, когда у нас рядом одна закрывающая, одна открывающая. То есть, мы рисуем вот дерево такое горизонтальное, как вот мы рисовали, или это признано не своевременным и отменяется теперь? Мне кажется, надо так делать, просто мы его не дорисовали до конца. А как? А что, вот если у нас есть вот так, такая штука, то какой еще может быть конец в нем? Дополнительно. Вроде он. Сейчас, ну ладно, еще если так сразу. Володь, ты тоже не можешь ничего объяснить, как это надо делать? Ну, пожалуй, нет. Сейчас я. То есть, у меня, что называется, ладно. В известном анекдоте очень много идей, но насколько они приведут. Да, куры. Ну, куры уже передохли, поэтому. Да. Хорошо, нет, но мы уже пытались неправильно. Давайте мы это самое не будем дальше позволиться. Не будем, да. Да, а посмотрим, что у нас следующая задача. Да, значит, следующая задача на самом деле показывает, как получить формулу для... значит, ну, давайте объясню контекст, в котором она возникает. Вот мы уже решили, значит, что мы рисуем картиночки, у которых, значит, имеется... которые выходят, ну, под... сейчас, значит, только надо понять, n или n. Ну, давайте, может быть, здесь не так будет число, не такое n, но давайте, значит, у нас есть 2n, и нас интересует число вот этих самых ломаных, которые, значит, вот идут отсюда сюда и никогда не переходят. Сейчас, слово «доходящий» мне не очень понятно в данном случае. Хотя бы раз или... Хотя бы раз. Значит, сейчас. Но не переходящими. Но не переходящими. Значит, да. Сейчас. Ну, может быть, я, например, напрасно стал рисовать. Это потом... Могут переходить. По-моему, могут переходить. Нет, у нас есть всеми ломанными из 1,1. Сейчас, ну хорошо, значит, давайте. Ну, кроме того, вот здесь 2n плюс 1. То да, есть это сцена у нас неправильно. Значит, давайте забудем пока, как это применяется к числам Каталана. Сейчас, давайте нарисуем прямо то, что здесь спрашивается. Не запутывает дело. Значит, мы рисуем ломаные из 1,1. Рисуем в 2n плюс 1. То есть, вот, ну, еще вот сколько-то четное число. В 2n плюс 1, 1. И у нас они разрешаются им доходить до оси абсцисс, но не разрешается переходить сюда нельзя. Это одно множество, которое написано слева, а множество, которое написано справа, это они должны просто рассматриваются все ломаные, которые идут вот в эту точку. 2n плюс 1 минус 1. Вот эта точка. Сейчас что-то мы... Или что-то у нас неправильное? Да. Нет. Сейчас, все правильно. Сейчас это скорее не для слушателей, а для рассказчиков. Число вторых будет равно там просто какому-то цешке какой-то. Да. А число первых — это там какое-то число Каталана. То есть они явно
пока что не равны. То есть мы все-таки, наверное, должны рассмотреть Нет, нет, множество. это не числа Каталана, это потому мы рассмотрим тех, кто доходит до оси абсцисс. Доходят? Нет, но возможно Это еще. надо их будет вычесть из всех, и как раз получить число Каталана. Нет, там все сойдет, должно сойтись. Тогда и нужно вычитать те, которые... Нет, им разрешается спускаться еще и ниже, да? Мне кажется, да. Нет, сейчас... разрешается просто из доказательств. Хотя бы... Нет. Если нет, мы сейчас будем еще отражать раз. Курс... Нет, нет, еще раз. Да, хорошо, давайте я попытаюсь сказать, а вы, может быть, я что-то неправильно все написал, но давайте я пробую сказать то, что я хотел сказать. Значит, хотел я сказать следующее, что у нас рассматриваются ломаные, которые доходят до обязательно доходят до оси абсцисс, но не разрешается им переходить. И есть еще красные ломаные, которым разрешается переходить как угодно, но надо только попасть вот сюда. И утверждается, что их одинаковое количество. Ну вот, если мы возьмем красную ломаную и отразим ее в точке первого пересечения, она, конечно, должна пересекать прямую, и мы ее отразим, но она будет все равно пересекать. Хотя она будет идти туда, куда можно. Да, но... она будет много раз перед. Сейчас, как-то действительно все, еще же у меня все неправильно написано. Да, значит, нет, идея стояла в том, что надо построить взаимно однозначное соответствие, отразив последний участок. Давайте из этой идеи придумаем, какой факт был верен. Ну, да. Да, нет, значит, сейчас. Надо восстановить, значит, у нас имеется количество всех ломаных, идущих отсюда сюда. Нет, мне кажется, что действительно все-таки разрешается, если ты хочешь вычесть из всех ломаных те, которые пересекают ось, то нужно разрешить им пересекать ось где угодно. Сейчас, значит, хотя бы один раз. Значит, мы оставляем, вот это мы оставляем, все ломаные из 1, 1, 2 плюс 1, в n плюс 1, минус 1, да? Вот это мы оставляем да, все ломаные. Да, конечно. Теперь, а в первом случае надо поправить. Значит, и как же мы это поправляем? Нет, все правильно там написано. Доходящее, просто доходящее, это значит, что она может дойти и пересечь. Или не обязательно пересечь, просто да. дойти. То есть, просто хоть раз дойдет. Она, это самое. А еще она может и, возможно, пересекающими ее. Да. Да, как-то я запутался действительно. То есть, важно, значит... можно сказать, то какие мы не учитываем. Те, которые ни разу не коснулись оси абсцисс, которые всегда были выше. То есть, собственно, мы учитываем все, которых не входят в число Каталана. Ну да, которые... Да, то есть вот эту ломаную мы считаем, вот такую ломаную мы считаем, там какие угодно. А вот, скажем так, такую вот не считаем, если она вот так шла, там, то вот она не считается. Да. Значит, это, я извиняюсь, я все запутал. Нет, ну ладно, кажется, сейчас должно быть все правильно. Хорошо, значит, и в чем состоит, значит, мы уже сказали, в чем стоит соответствие. Так, ну скажите кто-нибудь, потому что я что-то совершенно все запутался. Ну вот, видимо, нужно взять какое-то пересечение с оси абсцисс, какое-то конкретное. Ну, либо первое, либо последнее. По-моему, и так можно. Нет, но поскольку у нас последнее в минус один, то если мы хотим, чтобы была ломаная в один, то надо отражать последнее. Ну, причем, нет, можно взять первое пересечение и весь кусок после нее отразить. И он тогда будет... Главное, что весь кусок после нее. После какого-то пересечения, если мы весь кусок отражаем, то мы и конец отражаем. Просто мы как бы какой-то траектории там из точки К0 переводим там в точку 2n плюс 1 минус 1, переводим в противоположную, и там да, действительно, траектория будет просто начинаться в той же точке. Для разнообразия возьмем первое пересечение. То есть, если у нас вот есть такая ломаная, то мы говорим следующее. Вот мы вот возьмем первое пересечение, и это самое, ее все отразим относительно этого первого пересечения. Получится вот там такая ломаная.
Может, я другим цветом сделать, а то как-то уж Да, совсем. сейчас, значит, вот. Сначала взяли. То есть мы строим отображение вот сюда. То есть мы берем ломаные, которые пересекают, берем первое пересечение и отражаем всю часть, которая после этого первого пересечения. То есть вот до первого пересечения они идут параллельно, а потом мы вторую часть отражаем наоборот. Да. И тогда получается, естественно, ломаное. Давай все теперь аккуратно проверять. Значит, получается тогда ломаная, которая идет в точку 2n плюс 1, 1. Это чистая правда. Теперь она будет доходить до оси абсцисс. Ну, потому что там мы брали пересечение, соответственно, она доходила до оси абсцисс. Значит, теперь надо построить обратное преобразование. Пусть у нас имеется ломаная, которая доходит до такая зеленая ломаная, которая доходит до оси абсцисс. Как построить по ней красную ломаную, чтобы обратно из красной получилась зеленая? Ну, опять же, нужно взять первую точку пересечения и весь хвост отразить. Да, надо взять первую точку пересечения и весь хвост отразить. И тогда, значит, получится как раз, естественно, в точку 2, 2, 2n плюс 1 минус 1. Да. Да, нет, вроде правильно. Нет, почему-то считал, что надо брать последнюю точку пересечения, но это можно было бы так сделать, но это не совершенно ни для чего не нужно. И можно вообще как бы брать какой-то. Нет, но Не, надо все-таки. либо Ну, первую, либо мне кажется, последнюю. что это просто последнюю, это более экономично с точки зрения, если на переворот ломаной тратишь энергию пропорционально ее длине, Нет, ну то это правильно, экономичнее брать да. последнюю. Нет, а если мы какой-нибудь, еще, я извиняюсь, это к делу не относится, но если бы, скажем, решили, что мы берем там среднюю точку пересечения, то это Нет, но будет она тоже правильно. неоднозначна. Ну хорошо, а если Непонятно, их что там значит четное средняя, число, их то много. левую. Нет, но нам нужно обратное преобразование. Мне кажется, для обратного это была бы проблема. Хотя не уверен. Нет, но нули-то у нас как бы пересечения-то у нас остаются те же самые. Ну да. Поэтому Да, в как бы принципе. если для каждого из этих множеств выбрана некоторая правильная точка пересечения, относительно которой мы отражаем, то вроде тоже должно сходиться. Ну да, просто среднюю нельзя выбрать, да, если она Да, четная. хорошо. В общем, все это как-то позорно, но я извиняюсь. Но, значит, теперь надо вот, пусть уже кто-нибудь теперь, я буду молчать, пусть кто-нибудь объяснит формулу для чисел Каталана, вот, которая из этого получается, то, чтобы правильно все было. Это очень сложная Ну задача, давай, чтобы мы давай, нашли все попробуй все-таки. правильно. Ой, сейчас у меня Мы уже почему-то тут извините, все запутали. Попробуй, может быть, у тебя лучше получится. у меня ручка не работает, сейчас я ее ставлю. Значит, число cn это число всех путей длины 2n, а которые, ну это я могу даже сначала нарисовать, пока ты это самое, что cn надо взять пути длины там 2n, которые там как-то вот так. 0 это вот 2n, в них n нулей, Yes. единицы n нулей, n шагов вверх и n вниз, и значит надо Сейчас, я они только не вижу, где ты пишешь, или на следующей на странице. следующей Сейчас. А странице вот, да, 7.5, извиняюсь, да. да. Сейчас, а Да. вообще у вас происходит скриншеринг или Да, происходит, я происходит? просто... Да, хорошо. Мне не помещается на Да, вот экране, да и нужно другое. считать такие последовательности, где уже теперь запрещается заходить вниз. Это я все, я извиняюсь, я все совершенно, да. Да, значит... Теперь вообще вернемся на предыдущую. Можно вернуться? Я вернусь на предыдущую Еще картинку, картинку? все-таки на предыдущую страницу. Можно. Сейчас. А, да, я попробую. Да, вот. Значит, напишем количество вот эти вот равенства
двух чисел, а именно сейчас, чисел, я боюсь двух только, что на предыдущей чисел, картинке разных путей. значение n может быть другим, но и поэтому я Ну, вроде то и тоже, мне кажется. Ну, хорошо, да, давай. Ну, получится формула для чисел Кутавана, для n, да, для ну, хорошо, давай. Значит, вот число путей, которые доходят до абсцисс, которые вот это вот... Красненький, квадрат, или зеленый. Сколько определяется? Ну, пока даже... Да. Значит, это что такое? Это нужно взять все пути... Сейчас, мы считаем красные или зеленые? Кутавана. Зеленые. Мы считаем зеленые. Зеленые, да. Тогда можно прямо вот зелеными написать. Значит, количество зеленых путей, это будет, значит, зеленых путей, это будет что? Это будет значит, количество всех путей, ведущих из этой точки в эту. Да, значит, если мы вот у нас берем которая... вот эту точку и эту, то мы можем рассмотреть все пути. Некоторые из них не доходят до оси абсцисс. А некоторые доходят. Вот не доходят, это на самом деле те, которые все время остаются выше вот этой прямой, не переходят через эту прямую. Соответственно, это ровно как раз числа Каталана для n как раз. Да, нет, все сходится. Зря я волновался. Да. Их надо а вообще вычесть путей просто всех из... путей. Да, всех путей у нас c из 2n по n, потому что у нас ровно n... Этот путь задается теми участками, которых, когда мы идем вверх. Все остальные идут вниз, соответственно, ну да. Выбрать. Это число слов из n нулей и n единиц, а c из 2n по n. Это вопрос не вызывает. Да. И нужно вычесть число Кутавана, который по неприятности те, которые не совпадению доходят, которые... называется тоже числом n, c. Да, это, к да, сожалению, да. Нужно вот можно какую-нибудь списать из них с хвостиком какой-нибудь, чтобы это знак того, нет, что ну, это там, Каталана. Нет, ну там если нет верхнего они... индекса, то это Каталан, это, так сказать, так ясно. Да, ну ладно. Да. Все, только, наверное, вот тут как раз n плюс 1. Да, потому что мы начинали изначала и пришли, соответственно, нет, на нашу прямую. Нет, плюс... мы начинали с единицы и пришли в 2, из точки 1,1 мы шли в точку 2n плюс 1,1. Нет, нет, я думаю, что мы... Есть в системе координат. Да? Нет, ну как, у нас вот как раз, вот это если мы делаем, ну, да, всего 2n шагов направо, из них должно быть n вверх и n вниз. Так что это как раз и число, если мы не доходим, вот не доходим до этой прямой, значит, мы не пересекаем вот этой прямой. А эта прямая, значит, она как раз то, да, что требуется для числа Каталана. Да. Значит, хорошо. Все тождество написали правильно. Вернее, не тождество, значит, да, это зеленое. Значит, а красное – это все ломаные. Это значит, в них они тоже длины 2n, но в них, значит, на один ход, ну, вниз ходов больше, чем вверх, на один. На один. То есть это значит, что у нас они тоже длины n, то есть это нужно выбрать из 2n, c из 2n по n минус 1 или n плюс 1, это не важно, чтобы хорошая формула получилась, не знаю, что ну, напишем n минус 1. Да. То есть это надо, это на самом деле два соседних числа в треугольнике Паскаля, это как бы такое самое центральное число, и следующее сбоку от него. Вот, и вот разница между этими двумя числами, это число Каталана. Можно даже проверить. Значит, 1 у нас будет 1, нет, 1, 1, 2, 1, 1, ну, 1, 3, 3, 1, это нечетное, значит, 1, 4, 6, 4, 1, 1, 5, 10, 10, 5, 1, 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Значит, нас интересуют вот эти четные строки. Значит, разница между средним и ближайшим. Значит, здесь 2 минус 1, 1, 6 минус 4, 2, а здесь 20 минус 15. Это будет 5. Как раз в соответствии с теорией вопроса. Да, да. Но я все-таки напишу эту формулу окончательно. Да, значит, надо написать, c, конечно. Это c2n, n минус 1. Наоборот. Да, вот если бы у нас была сумма этих двух соседних чисел, то оно было бы n внизу написано в следующей строке. А у нас разность, оно нигде там не написано так непосредственно.
n минус 1. Ну, это равно 2n факториал делить на n факториал в квадрате, n факториал, n факториал, минус 2n факториал поделить на n минус 1 факториал, да. n факториал. Ну, там на самом деле почти все числа одинаковые, и это будет... Да, n плюс 1 факториал, извиняюсь. Да. Значит, можно вынести то, что там общее. Сейчас я даже напишу. Значит, это будет 2n факториал, есть и там, и там. Значит, в знаменателе есть n минус 1 факториал и n факториал. А в одном случае есть еще один лишний n, вот здесь вот это. А в другом случае есть лишний n плюс 1, да? Да. Значит, это получается, это будет 1 на n плюс 1, значит, остается 2n факториал, n минус 1 факториал, n факториал, n плюс 1. То есть, но это равно то, что написано на следующей страничке. Это тоже n факториал будет, а это будет n плюс 1 факториал. То есть это будет 2n факториал на n факториал, n плюс 1 факториал. То есть по сравнению с c и с 2n по n будет еще лишнее множитель n плюс 1. И действительно, сейчас, если мы ничего не перепутали, да, вот как раз лишний множитель n плюс 1 торжественно появляется. Ну хорошо, значит, что-то мы, конечно, это я просто... Ладно. Значит, теперь с объективными соответствиями мы временно покончили, а перейдем снова к производящим функциям. И вот у нас было такое формула Бернула. Сейчас можно небольшое маленькое да. замечание по поводу того, что значит, ну мы уж нарисовали диаграмму Юнга в самом начале. Да. Вот. Есть еще утверждение, что где у нас диаграмма Юнга? Значит, вот. Можно рассмотреть все диаграммы, просто такое небольшое замечание, что если рассмотреть все диаграммы Юнга, которые засунуты в треугольник, то тоже получится число Катавана. В смысле, что можно провести так вот сказать, такой вот треугольник вот так вот? Сейчас, что на какой странице? Сейчас я... Это на странице 2 я сейчас. 2, да-да-да. Скажи, что я хочу сказать, что... Ну, если мы рассматриваем все возможные разбиения, неизвестно какого числа некоторого, да. но такие разбиения, что первое слагаемое меньше, чем n, второе меньше, чем n-1 и так далее. Да. А, ну вот здесь у нас нарисовано, вот как раз вот этот треугольник, так сказать, нарисован. Вот он. Да, если мы посмотреть не, на этот... Мы не должны попадать да, вот сюда, мы не можем попадать. Первое да, число то тогда получится... Это тоже число Каталана. Это тоже число Каталана, просто потому что если нарисовать вот этот путь, который край этой диаграммы Юнга, то это как раз край этой диаграммы Юнга, и получается... Что это просто количество путей, которые ведут... Ну, если повернуть все на 45 градусов, то получится вот такое количество путей, которые ведут вот... не пересекают, не выходят за эту границу. Границу, да. Угу. Забавно, да. Да, хорошо, ладно. Значит, теперь давайте мы все-таки... Это самое... У меня предложение есть. Так, да. Серия большая получилась. Может, ее, по крайней мере, разобьем на две, может быть. Да, хорошо, тоже. Ладно. Сейчас тогда мы это самое. Сейчас я сделаю стоп-рекординг, а потом снова рекординг.